В Колумбии проснулся вулкан Невада-дель-Руис. Власти просят эвакуироваться жителей близлежащих регионов. На прошлой неделе из-за повышенной сейсмической активности уровень опасности вулкана подняли до оранжевого. Это означает, что высокую вероятность извержения в ближайшие дни или недели. Специальные службы эвакуировали несколько человек, но жители, живущие почти у самого подножия вулкана, отказываются покидать свои дома. Под контроль взяты районы, которые могут пострадать от оползня в случае извержения. Также укрепляют дороги, которые будут использовать для эвакуации. Невада-дель-Руис – самый высокий действующий вулкан Андского пояса, расположенный на границе двух колумбийских провинций. Почти 40 лет назад при его извержении погибли больше 25 тысяч человек.